За свалку в Химках оштрафовали на 100 тысяч рублей. Территория, принадлежащая городскому округу, оказалась завалена мусором. Это обнаружили во время рейда представители администрации и сотрудники Госатомтехнадзора. Несанкционированная свалка образовалась рядом со строительной площадкой новых жилых комплексов в Старых Химках. К слову, за последний месяц число незаконного сброса мусора на дороге и пешеходные зоны увеличилось в несколько раз. В рамках борьбы с незаконным сбросом административно-технический отдел проводит рейды, которые должны воспрепятствовать этому. После предписания компания-застройщик должна выплатить штраф и устранить недостатки в ближайшее время.